Девочки, мальчики, всем привет! Это видео носит информационный характер, поэтому прошу вас очень досмотреть и дослушать его до конца. До меня тут тоже дошла информация, хоть я живу на другом континенте, что до четверга жителям России дали сохранить свои архивы на YouTube, и потом YouTube будет блокирован. Это очень печально на самом деле, потому что мы все так привыкли к нашему YouTube. Он стал для нас вторым таким каким-то домом, местом встречи, местом общения, местом дружбы. Ну, в общем, жалко, девочки, конечно же. Те, кто находится не на территории России, девочки, Украина, Казахстан, Башкирия, не знаю, Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, можно Швеция, можно перечислять, Марокко, можно перечислять очень много. Там, для нас это все так и останется, как есть. Но я бы не хотела, конечно, терять вас, мои дорогие подружки, уже, да, за столько лет мы с вами больше, по-моему, 7 лет уже на YouTube, и, конечно, я бы не хотела вас терять. Поэтому я открыла канал на Дзен. Пока Telegram ничего не открывала, девочки, я очень, я вам уже говорила раньше, я очень какая-то такая тяжелая на вот эти социальные сети, я не очень люблю их. Но на Дзене я открыла, потому что мне хочется с вами делиться своими продвижениями и своими видео по вышивке, своими видео по жизни в Панаме, какие-то информационные видео, отвечать на ваши вопросы. В общем, не хочу терять наше с вами общение, нашу с вами дружбу. Поэтому, девочки, это видео я выставляю здесь на YouTube. Это видео я выставляю на двух своих каналах в Дзен. Ссылки будут внизу, везде я все ссылочки везде поставлю, подсказочки поставлю. Девочки, пожалуйста, все, кто меня смотрит, с кем мы уже столько лет вместе, под этим видео на Дзене напишите комментарий, конкретно под этим видео, чтобы я не искала вас под другими видео. И я под всем, кто напишет мне комментарий, я тоже подпишусь подо всех подряд, потому что, девчоночки, ну как, мы же и тут общаемся. Причем, насколько я поняла, на Дзене пока нет возможности посмотреть лист подписчиков. Да, и то есть очень тяжело искать, тем более, как я говорю, я вообще очень тяжела на вот эти все вещи, да. Поэтому я вас очень прошу, давайте мы с вами не потеряемся. Подписывайтесь, подпишитесь на Дзен, на два канала, потому что один канал у меня вышивальный, и второй канал у меня про, вот, про нашу жизнь в Панаме. Блоговый, будем так говорить, сейчас он уже больше блоговый, раньше он был задуман больше как такой познавательный, но наша пандемия сыграла с нами тоже всевозможные вещи, которые поменяли и изменили весь ход, да, того, чего мы планировали. Все, девочки, спасибо вам, подписывайтесь, пишите комментарии, чтобы мне был, у меня была возможность подписаться на вас. Я подписалась под нескольких девочек, которых нашла, но как оказалось, что я подписалась как бы под их профилем, но не под каналом. Девочки, если вы понимаете, о чем я говорю, да, и я вам даже в мессенджере написала, скиньте мне в мессенджере ссылку на ваш Дзен-канал. Я не понимаю, как мне там его найти. Я нажимаю на фотографию, у меня открывается ваш как бы профиль. Я под профиль подписана, а под канал, на ваш канал нет. Я не знаю, как это сделать. Пожалуйста, напишите комментарий, я обязательно подпишусь. Все, девочки, всем спасибо. Спасибо, что вы досмотрели до конца. И встречаться будем. YouTube я не оставляю. YouTube моя основная площадка. Но также мы будем встречаться теперь на Дзене. Надеюсь, что мы не потеряемся. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. Все, я вас жду теперь и на Дзене. Всем пока-пока.